Страшная находка на месте строительства торгово-развлекательного центра. В Гродно рабочие обнаружили в земле останки солдат. До окончания экспертиз специалисты пока не могут точно идентифицировать захоронение, но предположительно это останки бойцов Красной Армии, сражавшихся при обороне Гродно. При детальном осмотре на месте эксперты-криминалисты извлекли из земли противогазы, личные вещи, а также боеприпасы и части оружия. Среди прочего был обнаружен и личный медальон солдата. К изучению находки подключаются специалисты поискового батальона Министерства обороны. Предположительно, это захоронение стрелкового отделения из 5-6 человек.